Маски или что? Не, можешь снять. Значит, тяжелейшая игра. Расскажи о своих впечатлениях, как вы готовились к Баварии, как настраивали себя в раздевалке, что в итоге выдали один из лучших матчей за последнее время. Ну, времени не было особенно подготовиться. Играем сейчас каждые три дня. Тем более мы последний матч в чемпионате проиграли Ротору. Так что настроение не очень было хорошее после этой игры. Но мы знали сейчас, с кем играем, какой это соперник, самая лучшая команда в Европе. Так что особенно не надо было настраиваться. Вышли, дали с себя 100%, даже и больше. Старались играть в футбол, не только выбивать мяч вперед и играть от обороны. Создавали моменты, даже достаточно много. Думаю, этот был хороший матч, но все-таки 0 очков. Ты уже опытный игрок, видел многие команды, играл против всех грандов. Бавария сегодня удивила чем-то? Не думаю, не удивило. Мы два дня смотрели, анализировали, как они играют, как играют в прессинг, как играют от обороны. И то, что самое главное, сказал нам тренер, что у нас будут много моментов, когда мы будем отбирать мячи и сразу быстро играть вперед за спину соперника. И так старались играть. И так возникало у нас много моментов. Жалко, что с реализацией сегодня не очень хорошо было, но я думаю, что достаточно себе показали. Болельщиков главная сегодняшняя реакция – это гордость за команду. У тебя какое настроение сейчас? Самое то, что мне радует, что болельщики довольны. То, что они доценили наш труд сегодня, как мы бились на футбольном поле, и я бы хотел сказать спасибо большое за поддержку. Сегодня мы это чувствовали с трибун, что те, которые были на стадионе, нас поддерживали от сердца, от души. За это спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. Лучший матч. Лучший я.